Шуба-дуба-дуба-пада-па-па. Е-е-е. Кря. Братик, YouTube нормально не присылает оповещения, поэтому подпишись на рассылку ВК, чтоб тебе все доходило. Спасибо. А-та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 ! Оперой тебя убил, понял меня? А-та-та-та-та! Ты ты гонишь! Бляха! Вот это был сейчас, конечно, промах нехороший. Это был нехороший промах. Бабка! Бабка, давай-ка вот это вот, без вот этого вот. Бабка, давай без вот этого вот. Бабка, бабка, ты медленно, я знаю тебя. Я знаю тебя, ты не догонишь. Так, где патрон? Я не вижу. Оп. Патрон. Вот же он. Хватай, поворот. На 180, бабка. Бррр. Ты что, в гульку превратилась? Here's Johnny. Здорово, гуля. На. Вот тебе в лицо, дуля. Так. Не шла. Ты шо, бабуха? Так, подожди, взять. Как хорошо, что это хорошо. Как хорошо, что он бесконечный. Блин, если бы эта пушка была не бесконечной. Ну как, тебе нормально отдыхается? По спине тебе похожу. Нормально, сделаю тебе небольшой массажик. Отлично. А, как хорошо, что у меня патроны бесконечные на этой штуке. Это прямо очень полезно. А, уронил, да неважно. Так, давай посмотрим, что у него в секретной комнате. А, в секретной комнате у него красная кнопка, нажмем на нее. Ящик простой. Если могу нажать на красную... Ой, ты что, ФНАФ? О, ФНАФ пошел, я понял тебя. Чисто ФНАФ. О, ФНАФ. Это мне, наверное, надо. Я знаю, где мне это надо. Это мне надо внизу. Это мне надо внизу, чтобы открыть там какую-нибудь дверь. Да. Я помню, в одном из мест там было турхендл. По-моему, здесь, да? Здесь. Вот он. Нет! Фак, значит, не здесь. Ладно. Тогда не здесь. Там нужен мне какой-то hand wheel, колесо. Мне нужно какое-то колесо. Колесо. Ладно. А, мне нужен еще ломик. Но попозже. Сейчас мне нужно делать дело. Сейчас мне нужно наказывать, надирать жопы. И уничтожать. Но это попозже, на самом деле. Давай мы сначала пока поковыляем сюда. Мне нужен ломик. Нужно ломик взять и пойти с ломиком. Почему я не могу в одну руку взять одно, а в другую руку другое? Ну или в зубы взять, я не знаю. Прикинь, как это было бы эпично. Просто прикинь, как это было бы эпично. Если главный герой выходит на них просто с ломиком в зубах. Ты можешь подумать, что я какую-то хрень несу, но это реально эпично, это реально ужасно. Типа, ну, ладно, давай спрошу тебя так. Вот, если бы ты... Почувствовал себя хорошо. Дэнс. Все хорошо. Вот это ты запустил, конечно. Лютый флекс, слышь? Дед, ну не закрывай. Дед! Слышь ты, кусок песка, пошел отсюда вон. Мои патроны, уйди. Мои. Вот, хорошо. Нормально? Отдыхаешь? Так, ладно, давай я не буду выпендриваться. Я тебе говорю. Ой, я в плоти попал. Прям в ляжку ей попал, она прям упала. Слышь, иди отсюда. Вот это ты флексик. Все Рикардо Милосы прям. Один я Д'Артаньян. Так, смотри. Берем вот это. Сейчас быстренько ковыляем вниз. Мне нужен сейф. Так, хорошо. Короче, я о чем-то рассказывал. А, да. Они прям реально без меня не веселились. Ну, типа, без меня они ничем не занимались. Просто ходили по дому, и грустно было. Я пришел. О, и замутил он вообще тусовку. Так, хендвил. Хендвил — это колесо. Колеса мне нужны внизу. Колеса мне нужны в подвале для того, чтобы сейчас там крутануть. Крутите барабан. Сейчас сюда придет Якубович и скажет. О-о-о. Просто горжусь. Оружие ты бы, сынок. Так. И, собственно, щитол. Щитол. Так, ну я крутанул. Я знаю, что это. Я просто схожу чисто для проверки. Но на самом деле я знаю, что это. Нет, неправильно. Да это мне бузи! А что это тогда? Ребят, напишите в комментариях, что дает этот барабан. Потому что я не знаю, я его крутанул, но что-то как-то перемен я не заметил. Но явно что-то изменилось. Но на самом деле я очень долго хожу, и это плохо. Мне скорее всего сейчас за это накажут. Смотри. Вижу будущее. Без смс-регистрации. Сейчас меня за это накажут. Сейчас получу по щам. Просто вот сотка. Инфа сотка. Уверенно ковыляю к победе. Но меня, скорее всего, сейчас остановят.
Моя быстрая рука на Диком Западе. Я думал, что он сейчас меня начнет бить, а он не бил. Дед! А, дед! Говнон, ты где? О, здорово. Отдай патрон. Отдай патрон. Хорош. Так, все, давай вырубим бабку и пойдем дальше гулять. И пойдем дальше гулять. Что я открыл? Здесь, может быть, здесь какая-то штука тоже была. Вот это вот что? Какая дыра? Что за дыра? Хрен его знает. Просто дыра. Тебя интересует эта дыра? Меня не интересует. А, это, наверное, не знаю, для крыс. Для крыс. Блин, окна. А то крысам одиноко и скучно, и печально, и грустно. Как бы бабка думает о крысах, поэтому давай им окна. Какая заботливая бабка, прям не могу. Горжусь ею. Так, она где-то внизу, по-моему. Она где-то внизу. Так, что мы с тобой не сделали? Мы с тобой ломик не взяли. Но надо ее вырубить и пойти за ломиком. Она родила капкан. Пипец ты плодотворная. А где она его родила? Это открыло вот это! Я понял тебя. Оно открыло то самое. Я понял. Короче говоря, теперь мы приблизились к выходу. Еще ближе, на целый шаг. Где бабка? Алло, старая, ты где, мать-то? Я ж тебя найду. Я ж тебе глаз на жопу натяну, тебе понравится. А может быть и нет, меня в принципе не волнует. Где она? Где она? Ты знаешь, где она? У тебя есть хотя бы идеи? Да, есть. Бабку звал, бабка пришла. Капец, ты хорошая. Горжусь тобой просто. Чё ты делала? Так. Так. Лютый флекс заходит уже за все грани дозволенного. Так, кидаем туда. Хорошо, лети. Берем вот это и погнали. Погнали, погнали, погнали. Мне надоело ходить по кругу. Поэтому я двигаюсь вперед. Так, что такое? Вот это, по-моему, мне тоже ломик нужен. Нет, это просто... Мне нужен ломик для того, чтобы открыть просто вещь. Угу. Просто ящичек открыть, для этого, очевидно, нужен ломик. Так, где-то здесь были ящики. Ага, вот он ты, нашел тебя. Это спаркплаг, это вниз, окей. Спаркплаг мы используем. Еще внизу тоже находится, по-моему, два ящика. В этих ящиках тоже, ну-ка, тихо. Киса, тихо. А, вот это вот. Мне нужен падла-ключ. Падла-ключ мне нужен. Слушай, а на самом деле, мне нужен сперк-плаг, и мне нужны ключи. На меня-то не кричи, и как бы я знаю, где они. Может быть, мне этого хватит для того, чтобы сбежать? Как ты думаешь? Я думаю, нет. Но попробовать можно. Я верю в себя. Нет? Я думаю, у меня все получится. Тоже не думаю. Но рано или поздно-то что-нибудь выйдет, правильно? Добрый вечер, я диспетчер. Дайте мне пистолетный ящик. Спасибо. Так, теперь! Операция... Операция уничтожаться начинается. Так, там туалет появляется и исчезает. Какой странный туалет. Аномальный. SCP-туалет! Кукоськи! Ехать ты задумывалась, конечно, о жизни. Это прям... Хорошо. Это прям экзистенциальный кризис у бабки начался. Так, а что мы... Драть тебя в капусту, тюлень, ты чё, дурак? Так, патрон, патрон, патрон! Верни! Верни! На колени встал передо мной. Так, теперь взяли, хорошо. На 2 часа они вырубились. Так! Ключ. Мне нужен ключ, вот он ключ. По-моему, это ключ от лодки, правильно? Нет, это ключ от двери. Подожди, а я ж могу дверь сюда вот. Дверь! Ломик. А, и падла ключ. Падла ключ, я не знаю где. Слушай, мы почти всеми способами сбежали, кстати говоря. Осталось только ключ найти. А вот он, правильно? Это ж ключ. Ключ от лодки. Ключ от лодки. Ну, давай попробуем. Может быть, этого хватит. Не думаю, на самом деле. Мне кажется, что-то надо сделать с тем существом, которое там живет. Но как бы... Удача сопутствует храбрым. Смерть тоже. Поэтому, ну, мы проверим. Мне нужно колесо. Ма, тебе нужно колесо для того, чтобы управлять лодкой. А ты что, руками не можешь? О-о-о, ну, ты, короче. Ну, ты баклажан, Вася. Ну, ты, блин, баклажан. Пенек, блядь. Ну, понятно.
Понятно. Главный герой немного дебил. Он не может использовать лодку без этого. На самом деле это логично, но я просто опускаю, чтобы он знал, чтобы он ничьи слышался, окей? Так, мне нужно найти еще коробки. Мне нужно больше коробок. Либо найти коробки, либо найти коробки. Мне нужны коробки. Ну, типа, без коробок никуда. Мне реально нужны коробки. Потому что в любом случае в коробках остались оставшиеся осталости, которые нам нужно с тобой отыскать. Я не знаю даже, где искать предмет оставшийся. Мне нужны коробки. Ты видел где-нибудь коробки еще? Она была вверху. Слушай, я думаю, я пропустил какую-то штуку в комнате секьюрити. Бам! Идеальный аим. Так, я думаю, я пропустил что-то в комнате секьюрити, потому что в секьюрити закурите как бы... В секьюрити ничего не было, понимаешь? В секьюрити я ничего не нашел. Это какая-то проблема. В секьюрити явно что-то должно быть. Я, наверное, там что-то не увидел. Я знаю еще кое-что. Где-то же я находил... мозг, придумай, я не помню. Где-то я находил вентиляцию. В вентиляции, по-моему, нужно было... Как его? Я забыл слово. Ломик. Мне нужно ломик, короче говоря, где-то в вентиляции, правильно? Давай я внимательно здесь все смотрю. Может, я падла ключ забыл. Где-то здесь вот он может быть. Они все светятся, предметы, поэтому... Если, видишь, если как бы я что-то пропустил, по идее, это бы светилось. Но раз оно не светится, значит, я ничего не пропустил. По идее. Я, конечно, не знаток. Бабка, возможно, видит лучше меня и слышит лучше меня. Но я стараюсь, окей, ребят? Я стараюсь. У меня есть, конечно, предел. Я, конечно, не сверхчеловек. Ну, а ты, конечно, тоже не пельмени, бабка. Понимаешь? Есть только одно создание на планете, могущее меня победить. И ты не пельмени. Согласись, пельмени — самое невероятное создание во вселенной. Так, где? I see you. Кукусики. Я прям уничтожитель. Я не знаю, по-моему, стан-ган вот этот очень сильный. Стан-ган слишком стан и слишком ган. И слишком как бы обосран всех вообще вокруг. И никто меня тупо победить не может, понимаешь? Никто победить меня не может. Ни одного шанса нету просто. Так, давай проползай поскорее. Сковыляющий с ногой, он ходит. Как, блин, дятел на стоямбе сверху, на голове прыгая. Я не знаю, что я сказал. О! Падва-ключ! Падва-ключ, я нашел тебя! Падва-ключ мне нужен в двух местах, кстати говоря. Падва-ключ мне нужен на выходе, и падва-ключ мне нужен... Где-то еще мне нужен был падва-ключ, но меня не интересует. Мы прощаемся с этим домом! Мы говорим бабке адьос! Аливедерчи! Нет, подожди, мы не говорим бабке аливедерчи. Мне нужен ломик опять. Етить, колотить. Открывай и улетай. Прощай, дом! Мы справились с тобой! Вторая попытка! Давай концовку поглядим. Дом, машина, темнота, фонарь. Две бессмысленные души стоят возле двери и оглядываются вокруг, не находя себе друг. Вот такие вот дела, ребята, мы прошли эту игру, она на самом деле оказалась не такой-то и трудной, но я играю это на изи уровне, так что это в принципе логично, но стан-ган, слишком стан и слишком ган, я тупо как его нашел, сразу победу почувствовал в своих руках. Ладно, ребят, я надеюсь вам понравилось, подписывайтесь на канал, оставляй свой комментарий, в этой серии мы с тобой победили через проход из двери, в следующей серии, я думаю, мы попробуем уйти при помощи лодки, вот. Я надеюсь, тебе понравилось, подписывайся на канал, оставляй свой комментарий, пока, до скорого. Удачи!